Судаки, расскажите, вот как ваше впечатление вообще о нашем городе и о фестивале «Соседний мир»? Я не первый раз в Судаке как отдыхающий, а как выступающий второй раз в Судаке. Когда-то в Генуэзской крепости был хороший фестиваль. Мы очень редко выступаем в Крыму. Это не плюс, конечно. Вот, но я знаю, что роковый потенциал высокий в Крыму. Мне хотелось бы больше, конечно, таких концертов. Потому что ситуация море близко, куча молодых людей. Судак — это самое тусовочное место. Я считаю, что Казантип курит. Вот. Великий потенциал. И даже я, не знаю, как организатор фестиваля, я тоже с удовольствием что-то замутил бы здесь. Вот, и надеюсь, что будет хороший контакт. Приезжайте в следующий раз. Спасибо вам большое. Спасибо, я пошел играть. Отлично. Удачи. Як устане фає перед перехрестя зайвове, та під небом замовчений, буде видись гаворот під грими стогани, все відразу збудеться, а може і ні.
На гитарі солярі потужньо-мужньо для вас ісполняє ексклюзивний Женечка Рогачевський. Ah!